Дань. Что ты там делаешь? Мочусь с кем-то. Будь осторожно. Изи, пизди. А ну отдай мой нож, тварь. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oh fuck! Тихо. Классно. Вот это ты меня... Так ты чешешь под нож? По башке. Цанин. Смотри, кого я несу с собой. О! Чё ты так подпрыгнул, офигеть. Я это в течение понесло где-то. Пёсик? Тебе вон правее надо. Это не пёсик, это волк. Ой, бактерии. Я выпила его. Ты чё, ну, Лера... Да пиздец, что за реалистичность, а? А ты что хотела? Обосратые бактерии. Ого-го. Они ненадолго. Пойдём. У тебя ножик есть? Уязвимость, уязвимость. У меня есть топор. Ой-ой-ой! Ой, прости! Я хотел по волку. Так мертвый волк. Я его еще долбануть хотела. Да хватит добывать все подряд. Пойдем за мной, Лера. Чпоньк. За мной. Гейзер? Даже не думай на него вставать, Лера. Почему? Потому что не надо, Лера. Пойдем. Ладно, пойдем. Прикинь, прикинь, если бы сейчас еще раз вообще было бы пипё. Волк с неба. Где? Уходим, уходим, уходим. Дай кушаем, кушаем, никого не слушаем. Да кто там еще? Лера, 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 помоги, Лера. Да, блин. Я умер. Зашибись. Тебя нельзя умирать. Ну почему ты пошел туда? В чем сейчас проблема было идти спокойно? А не почему волка вместе с этими гусями? А, я видел только волка. Да что ты? А гуси приперлись. А вот надо было убегать, чтобы они не приперлись. А вот надо теперь бежать туда. А вот теперь беги, сам. Да что это за тебя? Ага. Ага. Здесь ничего уважать нельзя, запрещено. Давай, давай, заморская икра. Поля-ля-ля. Это икра заморская. А чё бы это сля... Нет, ладно, не буду. Это плохая идея. Даже я уже, видишь, понимаю, что это плохая идея. Да-да, конечно. Да-да-да-да-да. Конечно, конечно. Вот все сама, вот все сама. Вот я говорю, тебе везет. Это что, с первого раза убивались в голову? Потому что у них было всего 50 хп. Опа, опа. Сейчас увеличили им хп. Он песчаник. Я баг нашла, охренеть. Ну ты издеваешься. Ба. Нельзя играть нормально, Лера. Баг. Где чей труп? Этот мой? Это мой. А чей? А мой не трожь. А это тоже мой. Ай, волк. Нет, это мой. Руки убрал с моего портфеля. Кожаного. Куда ты плывешь, икра заморская? Давай сюда быстрее, ты на тут. А, блядь. Я тебе на эту. Бывает, ну чё ты? Вся вниз, вся вниз. Что делать? Бизон. Бизончик, не кушай меня, пожалуйста. Да иду я. Да ты влево куда-то по грибы идешь. Я на иду, блядь. Ну и все, вот тут наш дом будет. Хреновое место, я тебе сразу скажу. Я тебе дам нахрен хреновое, давай руби. Мне нравится место. Значит, если я найду другое место. Давай, не ля ля бой, руби. Смотри, такой, чтобы дерево потерял. Видел, я полезная, я полезная. Ага. Давай, короче, ты будешь рубить, а я буду светить тебе. Убери, убери, ты можешь поджечь. Из-за того, что ты так близко. Это, убери, убери, убери. Халасо.
Я сделаю свой дом, потом твой подожгу. Вон тот чубрик. А чё я травку не могу поджечь? Это нереалистичность. Какая травка, Лера? Пипел. А чё, короче, можно и отдохнуть, в принципе. Ой, офигеть. Даня, у меня лес там горит. Какой лес горит? Лес горит. Лера, что ты сделала? Лес горит. Что было красиво? Ни хрена не было красиво. Ничего ты не понимаешь. В искусстве еще осталось. А что будет, если я ближе к тебе подойду? О! Лера, блядь! Ну ты жепа. Ты где, утонула, что ли? А! Кто меня бьет? Ах ты жопа, ну иди сюда, блядь. Сейчас твой пукан опять подожгу. Иди сюда! Пойду кустики подожгу. Должно быть на воде есть шалер. Да какой на воде? Давай нормально строить. На земле? Не, да. Зачем? А зачем на воде? У нас вот тут будет заход, ну как бы он рядом с землей будет. Знаешь, я строю себе свой. Не морозь ерунду. Не морозь ерунду. Не трожь меня. Ой. Нет, мой факел. А, да, все, он живой, нормально. Если вот так. Как он ставит? А, вот. Да! А! Понял. Ага. Наставь, пожалуйста. Да, помрать? Да. Ну вот она сейчас испортится до 10%. 10%, а у тебя потом гниение пойдет. И ты помрешь от гниения. Все, да. Нет. Вон жнепа. Мое золото, мое. Я сама скрытность. Левел 3. Я становлюсь самостоятельной женщиной. Но ничего, скоро у меня будет свой собственный дом. Я для кого строю, блядь? На своем болоте сам живи. Ты что, оленей испугала? Бедная оленёва, блядь. Они сами меня боятся. Ведь я охотник. Ой, ой, на кого, на крыс? Ой, бля. Нет! Фу, нет! Не приводи его сюда. Вот и все, вот и играй. Не приводи его сюда! Я охотник. Ну непонятного в слове не. Господи, ё-моё! Уйди, влево, уйди, влево, уйди! Я не умру! Я не умру! Просто бегай! Нет! Мои ноги! Он нам сейчас даст пизды! Да что ты?! Да ты вообще... Ты меня тебе Винни-Пухом! Ты меня подымешь? Кого ты привела, Лера? Не, я его убил, наконец. Чё там за волк? А я умру. Лера. Помянем. Я тебя убью, Лера. Нет. Я точно выселюсь. Она там. Идите убивать её, она там. Ты чё вообще, что ли, блин? Всё, короче, я пошла нахер жить. Отдельно. Куда ты пошла жить? Отдельно. Мне. Болотное чудище. А я его не могу, да, разделать? Я его не могу разделать. А Лера добывает, там что-то копает. Что, теперь надо и в стиме записать. Ромер, Лена, подставная жопа, блядь. Идти с тобой играть, то надо уже сразу понимать, что будет подстава, блядь. Пиздец, спокойно строил дом. Любовался красотами. Мечта тебе, да? Да. Сейчас где-то пролетит мне, блядь, чувствую шопы. Где животные все, ну мне немножко осталось, блядь, где животные, нахуй. Ну все, так скажем. У нее, блядь, зоопарк целый, она молчит.
Ну ты, конечно, пипец. Да чё я опять сделал? Не так! Так. Живём, живём. Вот. Это говорит Ильеров, который всё хорошо. Быстренько, быстренько, волокна. Блять, волк! Пожалуйста, давай, 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 давай. Изи. Живём, живём. Иди сюда, Лера, 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 иди сюда, где ты? Я кабанчика добываю. Кабанчика. Пропитание себе сама делаю. Как кабанчик. Не надо меня оскорблять. Да, да, конечно. Как ты меня поставила с этим медведем, это вообще. А когда пиздили последний раз? А вымбовы. Чё, у нас матриархат. Мы сами выживаем, сами всё делаем. Без помощи чьих-то рук. Топленый бекон. Ну, а меня как забрать? А, вот, все, забрала. Есть. Жопа, иди сюда. Найс. Вкусно, вкусно, вкусно. А ей похер. Я построю свою крепость, свою армию. У меня будет своя жизнь круче, чем у тебя, как в Мадагаскаре. Ты будешь жить, как леший на болоте. А у меня тут тоже костерчик, площадочка заготовлена. Ведь я не ты. Да, да, да. И что? Да ты офигела совсем. Я первоклассный охотник. Первоклассный охотник, но не на медведей. Офигеть! Тигру я профессиональный охотник. Я её так кильнула красиво вообще. Это а вот ты там волокон. Это берём. Мясо, а Лера там пусть вручную всё собирает. Да, я сама себя обеспечу, не переживай. Где? Да, конечно. Отлично, как вы написала, скажешь? Ничего написали. Там челик. Была какая-то такая игрушка, где шарики надо было сбивать. Стоит там на краю уступа. Делает что-то. Не подглядывай. Километровая карта. Где там жопа? Животные. Вау. Новый ингейм таймер. Это пока мое логово немножечко прикрыть, а то у нас бывают крыски, которые тырят еду. А вы что там отдельно живете, что ли? Меня да, выбросил. Никто ее не выбросил. Я выбросил. Она мне медведя, блядь, привела, говорит, на. Ой, сражайся, блядь. Я не приводила его. Да, что да, ты бреешь? Он сам пришел. По технологии, надо бы что-нибудь изучить. Можно изучить костяную стрелу, чтобы по Лере больше урона проходило. Я все слышу вообще-то. Ой, да? Данил, давай 90 этажей. Да хоть 90, брат. У него сил на это не хватит. Ну да, да, конечно. Тим-тим-тим. Лестницу стрел сделаю себе, которые 80 за тыкву дают. Можно с одной тыки Леру убить. Но Лера не знает, как он крафт. Конечно, не знает. Откуда она знает? Но если бы она жила со мной... Все против меня. Чё, пришёл полюбоваться моим люксом? Какой там... Чё там, буря? Ну как мне дверь поставить? Ты берешь стенку в руки, не надо мне ничего делать, нажимаешь да? Английскую R. Блять, это... Ирод окаянный. Какой красивый дом. Я просто смотрю местность. Я уже нору себе прокопал. Не надо, Лера! Поджиг. Спасибо. Еще можно, ловлю. 78, 81 месяц. Ладно, все, не буду больше. Иди сюда, ты где? Я Жепа. Пошла путешествовать. Вон у тебя кабан бегает у дома. Не пизды дали, я ушла.
Мне первый последний раз был понятен. Я тебе сейчас серпом. Глазик твой. Так, надо, кстати. Ой, блядь! Пока совсем. Значит, это раз, это два. Пожалуйста. Чего? Да ай, блядь. Ну все, пиздец тебе. У меня бег быстрее, чем у тебя. Сейчас дом твой пропадет. Женская месть — это самое лучшее, что может случиться. Нет, с тобой. Нет, не надо никак. Никакого. Слышишь меня? Да, Норочка. Прям по жопе Данечке дадим. Не надо. Слышишь ты? Не надо ничего поджигать, Лера. Иди сюда. Ах ты ж жопа хитрая. Не надо! Лера, не надо. Капец, битую женщину заставляет ходить в дождь. Только что говорила, у меня дом, у меня все бед. Арбуза, босс-арты искать. Морковки. Морковки мне. Это, мне кажется, мне на ё будет. Меня используют, блядь, на этих грядках. Булькой, побулькой. Буль-буль-буль-буль-буль. Я тебе сказал, у тебя нет никакой фермы. Вот эта ферма, которую я делаю, это твоя ферма. Потому что я сразу говорил, когда мы только начинали играть, ты будешь фермой чтобы заниматься. Ну туда рядом с моим домом делал ферму. Че бы туда-сюда, блядь, как на работу что ходить? Ну все, блядь, мои огурчики, помидорчики. Только пожри их нахер, я тебе сразу, блядь, пиу! Тебя сейчас полок нет. Одна стрела, смотри, в глаз. Пиу! А, нет, в жопу попала! Больно! Смахать, ух-ух. Ух, я тоже так умею. На тебе. Не вмешивайтесь в наши отношения. Окно со шторами. Угу. Делаем. Берем. Что ты изучаешь, Лера? Да? Я же буржуйка? Да. Да. Нет, нет, у меня уже изучено. Да, блять, я изучила. Все, ну, значит... это... Ах ты, говнюк, ну иди сюда, блядь. На тебе. Ой, блядь. А че их так много? Блять, стрел нет. Ну пойдем на попасть. Закройте мой дом, пожалуйста. На замок. Да уйди! Блять, вот проныры нахера. Ладно, да все, ладно, отстань от меня. А, только железный слиток и медный есть. А это зачем ты это поставила? Зачем ты это вспомнила? Да что тебе надо, ты мой дом, иди отсюда! Иди отсюда, ты мой тебе дом. Мне не нужно было это. Открой мои шторы, блин. Да закрой. Пришел сюда. Что-то... ах ты жопа! Гадай, мой печка! Беспредельщина какая-то. Чего у меня такой вес перегрузил? Посмотри на моего дурака, блядь. Ты посмотри, ну это пиздец. Вон, на бизона, не на меня. А. Укусики, лайк поставил, а комментарий оставил. Я слежу за тобой. Еще одну крафчу. На тебе. Яндекс доставка. Thank you. Кушайте, не обляпайтесь. Спасибо.